Типичный африканский рельеф – это плоскогорье или плато. На севере Африки находятся Атласские горы, на самом юге – невысокие Капские горы, на востоке – глубокие впадины и вулканы сменяют друг друга. Именно здесь расположена самая высокая точка Африки – вулкан Калиманджаро. Говорят, что в очень жаркие дни с большого расстояния вершина горы Калиманджаро становится невидимой, и тогда кажется, что она легко и изящно парит в воздухе. Это самый теплый из всех материков. Вечные снега и льды можно встретить только на вершинах самых высоких гор. В экваториальном климате находятся густые тропические леса. Затем они переходят в саванны и пустыни. На севере Африки расположена самая большая пустыня в мире – Сахара. А на юге раскинулись пустыни Калахари и Намиб. А всего саванны и пустыни занимают 4/5 территории всего континента.